Уважаемые земляки, в канун Нового года я не буду говорить о войне. Для всех нас война стала повседневностью. Сегодня хочу сказать о мире. Ведь именно мир – это то, ради чего мы воюем, ради чего мы работаем, ради чего мы строим и восстанавливаем. Строим, несмотря на войну. Уходящий год для нашего государства был насыщенным, полным позитивных преобразований и важных событий. Мы продолжили работу по восстановлению и развитию народного хозяйства. И в этом направлении есть ряд несомненных достижений и трудовых подвигов нашего народа. Мы запустили крупнейшие предприятия, сберегли производственный потенциал государства, сохранили рабочие места, увеличили поступления в бюджет. Но даже это не самое главное. Мы смогли запустить цепную реакцию, когда возвращение строя домов предприятия позволяет начать работу смежным. Этот процесс набирает обороты, и его уже не остановить. Все эти процессы будут продолжены в 2018 году. Руководство Донецкой Народной Республики делает ставку именно на перспективы развития государства. Чтобы жить и развиваться, мы должны смотреть на несколько шагов вперед. И поднять молодое поколение, вложить в него ту искру, тот огонь к любви к родине, который помогает нам жить, строить и бороться. Новый год – семейный праздник. И поэтому сегодня, в эту новогоднюю ночь, я хочу пожелать всем жителям Донбасса беречь и хранить самое дорогое, что у нас есть – родных и близких. Потому что семья – это те, кто нас всегда ждет. Это те, ради кого мы готовы жить и умереть. Дорогие земляки, я желаю всем вам счастья и добра, любви и радости. Пусть 2018 год станет годом побед и достижений во благо нашей Родины. С Новым годом, дорогие мои, и Рождеством Христовым! Дорогие друзья, на пороге новый 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный. Верим, что все загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся. Новый год у нас – это прежде всего семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве, с подарками и сюрпризами. С особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними. Если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты. Поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости. Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным человеческим смыслом. Где бы мы ни находились, за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах, нас объединяет приподнятое новогоднее настроение. А современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров. И, как всегда, мои особые поздравления всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда.
Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений. Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам. Дорогие друзья, до наступления 2018 года остались буквально секунды. Пришло время сказать друг другу самые заветные слова. Простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием. Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему. Чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас. Искренне желаю всем вам успехов и благополучия, мира и процветания нашей великой России, нашей любимой и единственной. Будьте счастливы! С праздником вас! С новым 2018 годом! Поздравляю всех жителей Донецкой Народной Республики с наступающими праздниками. У нас же кроме Нового года еще целая куча праздников. Поэтому всем удачи. Пусть все, что люди тебе пожелают, пусть оно сбудется в этом году. Пусть у всех будет мир. И пусть все будет хорошо. Дорогие друзья, примите самые искренние поздравления от общественной организации «Плод Донбасса». И от меня лично, с Новым годом и со светлым праздником Рождеством Христовым. Уходящий год был очень продуктивный для нашей организации. Был проделан колоссальный объем работы. И в 2018 году мы осуществим наши грандиозные планы. Конечно, с вашей помощью. Ведь самая большая ценность республики – это ее жители. Именно вы вдохновляете нас. Спасибо, что вы были с нами весь этот год. Все мы с нетерпением ждем любимый с детства праздник, наполненный радостью и волшебством. Поднимая бокал шампанского в новогоднюю ночь, я уверен,
что все жители Донбасса загадали одно желание на всех. Мира. Мира нашим семьям. Мира нашему дому. Мира нашей республике. С новым 2018 Рождеством Христовым. Праздничные дни на телеканале «Оплот-2». Человек собаки друг. Человек собаки друг. Это знают все вокруг. Это знают все вокруг. Наступающим. Понятно всем, как дважды два. Нет добрее существа. Лапу первым подает. Лапу первым подает. Наступающим. И вас также. Волю нервам не дает. Не надо фамильярности. Волю нервам не дает. Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал. Он не лает, не кусается, на прохожих не бросается. Оу! И на кошек ноль внимания. Вот это воспитание. Ой, какие люди! Хорошее кино. Когда я был маленьким, я даже мечтать не мог о том, что когда-то я буду желать счастья многим тысячам людей. Ну вот, не мечтал, а сбылось. Хочу, чтобы сбылось все то, о чем будете мечтать вы, и еще чуть-чуть того, о чем вы еще пока даже и не думаете. Ну, чтобы все было хорошо. Но в 2018 году. Нашим коллегам, своим коллегам, я хочу пожелать новых интересных программ. Вам, дорогие друзья, хочу пожелать здоровья и счастья. А всем нам мира и любви в новом 2018 году.